Здравствуйте. Вот покатил проверить капканчик, не сидится дома. Тут праздники, что-то я не поехал. Так уж несколько дней капкан не проверял, вот поехал проверить. Сегодня, вчера и сегодня снег валить, сегодня шик, какая метель утром, уже ураганная такая. О, снегу намело весь день. Сейчас вроде дома, думаю, сидел, думаю, дай ехать, посмотрел метель, думаю, подожду. Потом солнышко выглянуло, как тихо стало. Думаю, дай покачу, катаюсь, проверю. Потом только дом уехал, такая пурга поднялась, свету Божьему не видно. Сейчас в лесу-то уже тихо, опять сейчас прояснят, он небо-то чистое стоит. Так что и, думаю, ладно, проверю капканчики. Уже чуть неделю не проверял. Ой, надуло, поле-то здорово дует. Снежку так подвалило нормально, пухленький, вот то был у нас такой, был у нас жесткий. На снегоходе едешь, что и катки отлетят. Пока не отпали вроде, не знаю, поехал даже не рушить. Ни лыжи, ничего с собой не взял. Тут сейчас скатаюсь, как обычно, не знаю, как доеду. Так что, ладно, идем проверять капканы. Там все, походу, будет все видно. У нас красота такая. Капканчик проверять, ничего тут пусто. Нет никого. Нас тут раз подбрасывал, но нет никого. Сейчас надо... Где-то... Снег валится. Вонючки еще есть там. Это вонючка сейчас помазать везде. Запах хороший идет. Пусть мороз. Вдруг издалека проходит, не чувствует вонючка. Вот запах идет. Добавил. Воняет хорошо, уже осталось немного, надо дома сухой, мелкой много. Прошлогоднее уже вся высохла. Надо вот заняться этим делом. Навести, помазать еще будет. Ладно, пока пусто. Первый капкан еду, все пусто. Так, снежку подвалит, хорошо. Ладно, едем дальше проверять. Что, подъехал, вот капкан сработанный. Валяется. Ну, может и мыши эти вот ходили. Это мыши изгрызли. Не попали. Или кто? Уже унес оттуда куницу. Ну, может, вон мыши все исходили эти. Горностаи. Они сшибают эти капканы. Ладно, сейчас зарядим снова постоянно. Место там полно еще. Подождем. Так, продолжаю проверять капканы, пока радостных моментов нет. Здесь тут побегали. И кунички, как обычно, нет. Там. Нигде следов старых кунички пока не вижу. Что, снег, зачем ерунда? В поле-то надуло, на деревьях висит весь, похоже, снег. Так, решил там перевести капкан, а не переставить. Тупо стоит. Ладно, оставлю, пусть стоит. Мясо или достать его там, это мясо, кусок взять, тот капкан есть. Не взял с тобой мясо. И с мясом. Аж немало лежит. Куда? Ты ж моток тоже ставишь. Вот так вот. Шмоток измудал, если там капкан поставить. Потому что там, где недалеко был капкан. Все, мыши съели из капкана, и там никого не съедает постоянно. Так что сейчас вывезу, он поставит в другое место. На одно местечко там так. Ладно, едем дальше. Так, поеду следующие капканчики проверять. Это не бегано.
Красотень просто. Даже на пасеке куницы нету. Куда-то вся куница ушла у нас. Где-то спряталась. Да, замело. Что, мясо там есть полно. Придет, куда денется? Придет. Раз захочет, она придет. Где-то она ездит, сходит, бродит. Откуда здесь замело? Морозов уже больше нет. А, с крышки я покинул просто. Семейка небольшая живет. Пусть теплее будет. Так вот, ладно, протаял. Такие вот дела. Пока куничка не радует нас. Ладно, покатим в сторону дома. Не видно, сколько километров. Так, и тут куницы не было. Да, вот дела. О, да. Беда. Куница ходила, но все равно сейчас, вот, непогода была просто. Из-за этого так куницы нигде нет. Сейчас вот снежок немножко утихнет, похолоднее станет, и куница думает, что забегает. Так что будем надеяться, что сейчас поможешь, и благовоние тут везде. Может, что-нибудь где-нибудь уклюнет, прибежит, тучи ходят. Но все равно куница есть, следы были, значит, куница будет все равно. Так что проверять, еще несколько капканов есть. Надежда какая-то, че есть. Ладно, едем дальше. Вот добрался, где на капкан стоит, на корягу, на бобра. Вот сейчас будем проверять. Че бы, сработал, нет, коряга. Снежку уже подводила нормально. Замел вас. Потом, конечно, коряга. Расчистим немного. Видите, пузыри воздуха. Значит, бобр тут плавал. Воздух, пузыри такие. Надо сейчас выдолбить, посмотрю, что получится. Так что вот, подолбил, посмотрел, там видно, вот, капкан привязан. Никто на эту палку не клюет. Не грызут бобры. Вот так вот. Ладно, оставлю еще. Стою сейчас снегом, привалю тут посильнее. Тут вода все равно такая, она речная, она потешная. Текло, она здесь не очень холодная. Под снегом быстро подтает, лед будет не толстый. Так что не работает. Вот заехал в деревню, капканом я поставил недавно. Вон, посмотрю, вот, ничего там нет. Это поля. Вот сейчас посмотрю, сколько бензина у меня осталось. Прокатил уже 75 километров. Заправлял где-то литров 30, наверное, заправлял. Сейчас посмотрю, сколько осталось, или там проверить, чек немного съездить, или валить домой напрямую. Не, вон еще больше 10 литров осталось. Значит, мы еще сейчас сгоняем, там проверим, еще заеду, проверим капканчики. Так что здесь хоть идет более-менее нормально, это выходит почти 10 литров на 40 километров. Так что нормально, раньше у меня так же было. Вариатор включаться, конечно, плохо, уже все подбитые, ведь метель начинается. Так что ладно, ничего интересного пока нет, ладно, вводи дальше, там проверю еще пару капканчиков. Ну, вдруг здесь что-то еще скучно стало.
Здесь хоть меня порадовать нет. И здесь ничего нету. Одни вон мыши бегают. Капкан стоит. Одни мыши бегают, мыши. Наверное, все будет на осень пусто. Так что на эти капканы не надеемся. Мышку свежо подвалило. Мыши бегают. Вот иду к последнему капканчику. Последний капкан стоит. Что-то вот. Что-то как бы и висит. Что-то как бы вроде есть. Последний капканчик. Куница. Вот последний капкан. О, я ж думал, что как так бы, думаю. О, котяра здоровый попал, котяра. Все равно она. О, хоть. Да. Ой, наконец-то. А то сегодня столько же обкатал и ничего, все пусто. Думаю, что хоть так, так не бывает. А оказывается, точно ведь не бывает. Кошака такая. Какая темная какая-то. Интересно. Вот такая вот кошака. У тебя хвостина какой пушистый. Так вот. О, вот так вот. Ух, надул. Поле метет здорово у нас. Снежку подкидывать неплохо. Метет сейчас еще. Будет только здоров. И вот так у меня сегодня прошла проверка капканов. На куницу и на бобра стояли. Так что на бобра это как на корягу нифига не работает. Прошлый год ставил, даже один бобрик попал маленький. И не боятся его, и все непонятно зачем-то. Не работает нифига у нас. У нас просто такие ручьи, мод на озера где-то, да, мод работают. Там и грызть более нечего, что запасли, то и грызут. А у нас еще все плотины затоплены корягом. Все в лес, ну, в кустах. Может из-за этого что-то хватает у меня коряг запасти. И что-то не работает. Не знаю, в чем причина. Но оставил, потом будет видно, что как. Вот так вот. Я ж думал сегодня все. Второй раз, думаю, еду и все пусто. Ну как так? Так-то уж не бывало, думаю, так-то. Винатки. На последнем капканчике меня куничка обрадовала. Сработала. Вот я сегодня поехал, собрал весь бензин. Набрал, кое-как, думаю, хватило с тобой съездить. Проверить все равно. Вот. Ехать надо, думаю, проверять. Ну, хотел, чтобы надо бы день-два подождать, думаю, ну что ждать. Снег, когда по следующим следам интереснее ехать, а следы набега. Ну, снег, кто его знает, еще проской пройдет. Потому что вся погода стояла такая, как бы, не зимняя. Вот так вот. Вот такой у меня котяра попал. Красавец такой вот. Вот. Вот ладно, сейчас. Есть капкан один вроде. Сниму его, сейчас другой поставлю сюда капкан. Ух, надуло, конечно. Ехать. Вот так что. Как говорится, спасибо, кто смотрел. Кто не подписался, подписываемся. Пишем комментарии, ставим лайки. Поддерживаем канал. Всех с праздником. Праздники тут все новогодние идут. Так что бензин я сегодня оправдал. Так что всем пока, до новых встреч.